Я приветствую вас сегодня, и я хочу поделиться с вами своим секретным оружием. После сытных застолий или когда меня не устраивает цифра на весах, я готовлю этот салат. Возьмите белокочанную капусту и нашинкуйте ее тонкой соломкой. Этот салат способствует быстрому очищению организма. Возьмите одну среднюю морковку и напитьте ее натертой для корейской моркови. Без преувеличения за 2 дня я теряю до 2,5 кг. Единственное условие – 3 раза в день, 2 дня подряд питаться только этим салатом и соблюдать питьевой режим. Далее нарежем 1 крупное яблоко. Яблоко никогда не трите на терке, потому что железо окисляется при соприкосновении с металлом, и уже яблоко теряет все свои волшебные свойства. При желании яблоко можно очистить от шкурки. Мне она совершенно не мешает. Салат будет полезен не только женщинам, которые сидят на диете, но и мужчинам, которые задумались о необходимости очистки организма. И еще один немаловажный ингредиент – это сырая свекла. Но сырую свеклу нужно применять с осторожностью людям, которые страдают повышенным давлением. Впрочем, так же, как и свежевыжатый свекольный сок, тоже нужно употреблять с большой осторожностью. Готовый салат заправляем соком 1/2 лимона. Набираемся силы воли, запасаемся терпением и 2 дня кушаем только этот салат. И результат не заставит себя долго ждать, и это проверено. Такой салат соль не добавляется, так как соль препятствует выведению жидкости из организма. В каждую порцию вы можете добавлять ложку оливкового или растительного масла для лучшего усвоения витамина А из морковки. Ставьте лайки, подписывайтесь, и пусть мечты сбываются, друзья!